Легкое упражнение. Все смотрят сюда. Все смотрят. Ручки здесь. Сюда не поднимаем. Ошибка вам. Когда я говорю поднимать руки, вы начинаете их сюда ставить. Это ошибка. Руки здесь. Когда мы говорим поднимаем руки, значит быть предельно внимательным, быстро работать. Упражнение такое. Я ладошкой легко стараюсь его стукнуть в ушко. Он тащает. Вот. Но руки он должен держать вот здесь. То есть он не должен упасть. Он должен быстро поднимать. Быстро. Старайся далеко не ставить. Почему? Я показываю на ход, могу только. Поэтому только рука поднимается, желательно. И вот так мы идем. Включим. Включим. Молодец, аккуратно. Считайте. Назад. Старайся назад подвигать, чтобы я с тобой не бегал. Хорошо? Теперь мы меняем. Сейчас я скажу ханта, и он делает чуть-чуть. Раз. 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 Молодец. Нормально, нормально. Ничего страшного. Мы удара не боимся, а он нас не настигнет. Даже если пропустили, плохого, что страшно? Я упал, умер. Охраняйте только глаза. То есть старайтесь не пальцем не цеплять, а старайтесь вот сюда, в затылок, затылка. Хорошо, чтобы у нас травмы глаза не было. Все слышали? Вперед. Почему? Сейчас только один работает. Я скажу, контакт. Не отходи назад, стой на месте. Стой на месте. Не, назад. Поднимай руки, поднимай. Вот так, вот так. Старайтесь не отходить. Крутись вокруг него. Он сюда делает, он в эту сторону идет. Он в эту сторону, вот, и в эту смещается. Противоположный. Удар. Не иди, но удар. Руки ближе к телу. Руки ближе к телу. Не отталкивай руку. Ребят, ошибка ваша. Что случилось? Что случилось? Не низко. Пальцами ударить? Я не знаю, что, какие вам упражнения давать. Ямы. Денис. Посмейся, иди к маме. Мама пожалеет, все пройдет. Поцелуй, поцелуй, все будет ничто. Так. Еще раз, ребят. Еще раз. Послушай, Дэвид. Вы не старайтесь быстрее набить ему. Это тренировка. То, что вы ему налупите по башке, ну что от этого? Никому от этого только толку нет. Задача наша быстро поднимать руку. Если у вас это хорошо получается, быстро поднимать, вы не боитесь, быстренько защищаетесь. Вот, вот это движение. То начинает уже смещаться. Иди. Вот он наносит удар сюда, я ставлю защиту и стараюсь двигаться сюда. Он в другой стороне идет, я стараюсь сюда. Оп, я сюда. Оп, не угадал еще. Надо стараться двигаться только когда он начинает движение. Начинает движение. Оп, тогда двигать. Потому что если я раньше начну двигаться, он меня обманет. Это сложно. Если бы это было легко, наверное, у нас все были бы мастера боевых. Ясно? Во-первых, надо настроиться. Вот даже я всю жизнь занимаюсь, мне сложно. Почему? Потому что, во-первых, я не в доге, во-вторых, я не тренирую.